Как известно, в дни карантина многие оказались в непростом материальном положении. Поэтому социальная служба храма преподобного Андрея Рублева в Раменках проводит благотворительную акцию «Доброе сердце». Цель акции – обеспечить нуждающихся качественными базовыми продуктами. Волонтеры уже передали в приют для бездомных Вострякова около 180 килограмм продуктов, пожертвованных прихожанами и жителями района Раменки. Продукты длительного хранения можно приносить с 7 до 18 часов в лавку храма Андрея Рублева по адресу: улица Раменки, дом 2, одна минута от станции метро Раменки. Акция «Доброе сердце» продлится до конца лета. С вопросами и предложениями можно обращаться по телефону 8-915-213-09-80.